В зале торжеств говорят о главном законе государства. Конституция, отметив недавно свой юбилей, не перестала быть центральной темой встреч и бесед. Международный форум «От Конституции к Евразийскому правовому пространству» собрал под свои знамена более 200 участников. Оренбургская область является ключом и вратами в Азию на самой середине Великого Шелкового пути и одновременно первым европейским регионом на пути из Азии в Европу. В работе форума принимают участие ученые, практики, представители политических партий, общественных организаций, средств массовой информации из Оренбурга, Москвы, Волгограда, Татарстана и Казахстана. Мы намерены обсуждать, как совершенствовать нам конституционную практику, как совершенствовать правоприменительную практику. Ученые, начинающие, молодые, студенты будут уже обмениваться мнениями относительно 20-летия жизни нашего основного закона, главного правового документа нашей Российской Федерации. Конституция не должна и не может быть закостеневшим образованием. Современные реалии требуют и новых подходов, в том числе и основном законе государства. Каких именно, определить их задача форума. Экономические отношения нуждаются в более точном правом регулировании, нуждаются в определении соотношений публичных и частных правовых начал. Мы в Конституции декларировали, провозгласили право частной собственности, но теперь, 20 лет спустя, мы понимаем, что частная собственность должна работать не только на собственника, но и должна выполнять определенные общественные функции. 20 лет – слишком малый срок, чтобы говорить об окончательном формировании правового государства в России, считают участники форума. Однако путь пройден немалый, и теперь главное – не останавливаться на достигнутом. Максим Страдума, Дмитрий Примачек, Новости дня.